Всем доброго времени суток. Вы на канале Ну что, свяжем. И я Оля, мой канал об узорах крючком. Я рада приветствовать новичков и гостей на своем канале, также своих постоянных зрителей, подписчиков, подписчиц, мастеров, мастериц из разных стран, разных городов, разных континентов. Спасибо огромное за ваши комментарии, за ваши лайки, за ваши отзывы, пожелания, за участие в жизни канала. Я сегодня с ниточками, с которыми мы уже работали. Новички, кто еще не знает такие ниточки, смотрите. Называются они Ализе, Ангора, Голд. Идем дальше. В 100 граммах находится 550 метров по составу. Смотрите, что это за пряжа. Это 80% акрил, 20% это шерсть. И нам советуют производители брать крючок от двоечки до четверочки. Я данную пряжу вязала крючком номер три. Я беру вот такую вот мою рабочую лошадку, крючок номер три. Вы точно так же берете любую пряжу, какая у вас есть, не только такую, которую показываю я, любую, потому что все узорчики универсальные и при разных ниточках разные пряжи, они смотрятся по-разному, поэтому пробуйте. Самое главное, правильно подобрать крючок, чтобы у вас все-все получилось. Ну и еще такой момент, сразу же, пока не забыла, назову цвет данной пряжи 221. Он такой, интересно, джинсовый такой какой-то цвет. Ну что, свяжем? Итак, к сегодняшнему узорчику прикладываю схемку. Схемка, в принципе, читабельная, все понятно. Кто умеет работать со схемками, работайте. Да? Кто не умеет, то повторяйте за руками, ничего сложного нет. Итак, раппорт сегодняшнего узорчика равняется 3 петельки. Я наберу 8 рапортов. Это получается 24 воздушные петельки. И дополнительно я хочу набрать аж 8 петелек. Вы увидите, почему. Я буду выравнивать краешки, чтобы они были ровные и красивые. Итого я набираю 32 воздушные петельки. Вы в свою очередь набираете столько, сколько вам будет удобно. Угу. Итак, все как всегда. Вначале петелька фиксации. При наборе петелек мы ее не считаем. Теперь я набираю 32 воздушные петельки. Поехали. Раз, два, три. Четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать, двадцать, двадцать один, двадцать два, двадцать три, двадцать четыре, двадцать пять, двадцать шесть, двадцать семь, двадцать восемь, двадцать девять, тридцать, тридцать один и тридцать два. Вот мой будущий образец. Далее новичкам, да, во многих узорчиках рекомендую сделать вспомогательный ряд, чтобы не запутались в воздушных петельках. Мы сделаем столбики с накидом, в столбиках вы не запутаетесь. Три петельки подъема. Раз, два, три. Отсчитываем от крючка пятую петельку. Раз, два, три, четыре, пять. Накид. В пятую петельку аккуратненько ныряем, вытягиваем ниточку и провязываем по две петельки. Две, две столбик с накидом. Накид следующую петельку по порядку точно так же нырнули вытянули ниточку провязали столбик с накидом несложно и вот так вот вы шагаете в каждую петельку цепочки и провязываете столбик с накидом сами себя контролируйте по итогу количество столбиков будет равно количеству петель которые вы набрали в цепочку вот я вот набрала 32 воздушные петельки значит у меня получится 32 столбика с накидом ничего сложного и не забывайте, что вот эти первые три петельки подъема, которые мы провязали, это имитация столбика с накидом. Считаем за столбик. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Семь столбиков я уже провязала. Давайте самостоятельно до конца ряда, потому что не сложно. А в конце ряда встречаемся. Договорились? Давайте у вас получится. Так, смотрите, вот наши столбики готовы. Все ровненько, аккуратненько. Приступаем теперь к узорчику. Но для начала смотрите, какая особенность будет у меня. Три петельки подъема. Раз, два, три. Поворот. Накид. В следующий по порядку столбик нырнули и провязали столбик с накидом. И в следующий по порядку столбик нырнули и провязали столбик с накидом. Вот такая особенность будет у меня. Я буду начинать каждый ряд тремя столбиками с накидом. По схемке один столбик, а у меня будут три. Я буду делать как бы такую рамочку. Поняли? Все. А дальше по узорчику. Две воздушные петельки, накид. Пропускаем два столбика и в третий столбик нырнули, вытянули ниточку, провязали две петельки, стоп. Держим на крючке, не провязываем. Накид. Еще раз сюда же нырнули, вытянули ниточку, провязали 2 петельки, стоп, держим на крючке. И теперь все 3 петельки вместе провязываем. Оп. У нас получилось 2 столбика с накидом с одной общей верхушкой. Ну и так вот, видите, окошечко сформировалось. 2 воздушные петельки. Раз, два. Опять накид. 2 столбика пропускаем и в третий столбик нырнули. И точно так же провязываем 2 столбика с накидом с одной общей верхушкой теперь все три петельки вместе раз опять окошечко видите окошечко с такими как бы толстыми стенками и вот так вот шагаем 2 петельки воздушные 2 столбика пропустили в третий столбик провязываем 2 столбика с накидом с одной общей верхушкой провязали все ничего сложного и вот так вот вы шагаете до конца ряда, провязывайте вот такие вот окошечки, а в конце ряда я вас встречу. Договорились? Вы справитесь, у вас получится. Давайте. Так, смотрите, вот я провязала окошечки. Ничего сложного. И как я заканчиваю свой ряд? Вот получается, я провязала последние два столбика, две воздушные петельки, пропускаю два столбика, в третий провязываю один столбик с накидом. Есть, видите? И на этом узорчик заканчивается по схемке. Но я дополнительно еще сделаю два столбика, и у меня по итогу получается 3 столбика с накидом. Третий столбик вот в третью петельку подъема. Оп, все, 3 столбика с накидом. Вот так вот я буду заканчивать каждый ряд. То есть я начинаю тремя столбиками и заканчиваю тремя столбиками. Вот это вот как бы моя особенность. Здесь вы можете сделать количество столбиков, сколько захотите. Можете 4, 5, 7, 10. В зависимости от вашего изделия, что это будет. Да? То есть вот такой вот интересный как бы, момент. Идем дальше. Три петельки подъема. Раз, два, три. Поворот. Как и договаривались, каждый ряд я начинаю тремя столбиками с накидом. Вот в те самые три столбика предыдущего ряда я провязываю три столбика с накидом. Первые три петельки подъема, вы помните, да, они у нас имитация столбика с накидом. Красота. А вот дальше смотрите, делаем одну воздушную петельку, накид. Вот верхушку нашего предыдущего, получается, столбика Два столбика одна верхушечка. Да? Вот в эту верхушечку нырнули, вытянули ниточку, провязали 2 петельки стоп, держим на крючке, не провязываем. Накид. Сюда же опять нырнули, вытянули ниточку, провязали 2 петельки стоп и теперь 3 петельки провязываем вместе. Оп. Понятно? 2 воздушные петельки. 1, 2. Накид. Опять вернулись сюда же, в эту же верхушку, где только что провязывали, и провязываем точно так же. 2 столбика с накидом не полностью, видите, 2 петельки стоп. Накид. Сюда же нырнули. Вытянули ниточку, 2 петельки стоп. Держим на крючке 3 петельки. Не провязываем. Смотрите, что мы делаем дальше. Опять накид. И в верхушку следующих двух столбиков. Видите, сразу же нырнули верхушку. Вытянули ниточку. Провязали 2 петельки стоп. Все петельки держим на крючке, не провязываем. Накид. Сюда же опять нырнули, вытянули ниточку, провязали две петельки. Стоп! Все петельки на крючке. А вот теперь мы их все пять петелек провязываем вместе. Оп! Поняли? И у нас получается вот четыре наших столбика с накидом с одной общей верхушкой. Дальше делаем 2 воздушные петельки. Раз, два. И будем делать опять 4 столбика. Два столбика в эту верхушку, два столбика в следующую верхушку. Итак, накид, нырнули, вытянули, провязали, стоп. Накид, нырнули, вытянули, провязали, стоп. Накид, перепрыгиваем в следующую верхушку. Нырнули, вытянули, провязали, стоп. Накид, нырнули, вытянули, провязали, стоп. И теперь все пять петелек провязали вместе. Оп. Видите, у нас такой интересный как бы зигзаг получается опять 2 воздушные петельки и повторяйте вот так до конца ряда вначале вы возвращаетесь стоп еще один столбик стоп потом вы перепрыгиваете верхушку следующего столбика точно так же два столбика раз накид два и теперь все вместе провязали оп понятно и так далее шагайте до конца ряда Надеюсь несложно вы справитесь Давайте встречаемся в конце ряда. Так, смотрите, вот я провязала практически до конца ряда. Хочу показать, как мы заканчиваем ряд. Вот, получается, я сделала 4 столбика с общей верхушкой, 2 воздушные петельки. А теперь я буду делать, получается, вот в эту верхушечку только всего лишь только 2 столбика. Так, раз столбик, потом второй столбик. И все. На этом как бы заканчивается. Делаем, провязываем 3 петельки вместе воздушная одна петелька у нас будет накид и вот эти мои три столбика я провязываю как три столбика с накидом все то есть у вас здесь может быть и один столбик может быть да у вас там кофточка маечка там туничка и так далее если у вас палантин провязывайте больше то есть делайте поля так скажем рамочку такую пошире вот все видите идем дальше опять три петельки подъема и опять мои три столбика как я договаривалась, что начинаю и заканчиваю тремя столбиками с накидом. Здесь ничего сложного нет. Дальше, смотрите, делаем 2 воздушные петельки. Раз, два. И теперь перепрыгиваем вот в нашу арочку, которую мы только что провязали. И в эту арочку провязываем, смотрите, столбик с накидом. Раз, но не полностью. Да? То есть, получается, две петельки провязали и все столбик с накидом. Накид опять нырнули, вытянули ниточку, провязали 2 петельки стоп. И теперь опять получается у нас 2 столбика с накидом с одной общей верхушкой. Оп, поняли? Опять 2 воздушные петельки. Раз, два. Перепрыгиваем вот получается в следующую арочку. То есть шагаем там, где воздушные петельки, значит нам надо. Все, провязываем 2 столбика с накидом с одной общей верхушкой. Оп, понятно? То есть мы с вами повторяем вот наш первый ряд с окошечками. Формируем точно такие же окошки. Две воздушные петельки и опять не перепутайте, да? Тут получается вот наши арочки с двумя воздушными петельками. Мы с ними работаем. Все, опять два столбика с накидом с одной общей верхушкой. Две воздушные петельки в следующую арочку. Опять два столбика с накидом с одной общей верхушкой. Полностью повторяете самый-самый первый ряд. Как вам? Угу. Все, давайте до конца ряда самостоятельно и в конце ряда встречаемся. Так, смотрите, вот опять наши окошечки готовы. Заканчиваем ряд точно так же, как заканчивали вот здесь в первом ряду. Две воздушные петельки, раз, два, и переключаемся вот на наши столбики. У меня их три, у вас может быть один, пять, семь, два, там и так далее. Поняли, да? То есть это вот такая вот рамочка, которую мы как хотим, так и делаем. Хотим больше, хотим меньше, на наше усмотрение. Все, у меня это будет 3. Все, видите, ряд закончен. 3 воздушные петельки. Раз, два, три. Поворот. Опять мои три столбика, которые я себе придумала сделать. Так. И теперь будем повторять точь-точь вот второй наш ряд. Помните, да? Воздушная петелька. Вначале мы ныряем вот в верхушку нашего столбика предыдущего ряда. И провязываем 2 столбика с накидом с одной общей верхушкой. Раз, есть. Две воздушные петельки. Раз, два. Вначале, смотрите, мы ныряем в этот же столбик, провязываем два столбика с накидом с одной общей верхушкой. Держим на крючке, не провязываем. Накид. Перепрыгиваем в следующий столбик. Точно так же. Два столбика с накидом с одной общей верхушкой. Да? Но в данном случае, смотрите, у нас будет 5 петель, и мы их провязываем вместе. Оп! Опять формируется наш зигзаг. Вот. Как и во втором ряду. Все. И вот так вот шагаете. Повторяете точь-точь второй ряд вообще без изменений. Вначале мы возвращаемся сюда же. Делаем 2 столбика с накидом не полностью. А потом мы перепрыгиваем в следующий в верхушку следующего столбика. 2 столбика с накидом не полностью. Провязали все вместе. Видите? Все. Красота, красота и несложно. Две воздушные петельки и так далее до конца ряда. Я думаю, что вы справитесь. Давайте до конца ряда, в конце ряда встретимся. Так, смотрите, опять провязали практически до конца ряда. Напомню, как мы заканчиваем. Мы получается вот после наших четырех столбиков с одной общей верхушкой сделали две воздушные петельки и потом возвращаемся вот в последнюю получается верхушечку и провязываем всего лишь только два столбика с накидом с одной общей верхушкой вот три петельки провязали вместе Оп. одна воздушная петелька и переключаемся на наш столбик с накидом в моем случае 3 раз два три и все и ряд наш закончен. То есть мы с вами провязали вертикальный раппорт узора два раза. Поняли? То есть узорчик состоит из двух рядов. Окошечки, зигзаг, окошечки, зигзаг. Дальше опять окошечки, зигзаг, окошечки, зигзаг. и давайте увеличим, да? Образец сколько вам необходимо, провяжем, посмотрим, что в итоге получится. Но уже видно, что интересно, оригинально, неповторимо. Да? Все, встречаемся через несколько рядочков. Давайте. Так, смотрите, вот я провязала несколько рядочков. Вот что по итогу получается. Узорчик у нас будет двусторонний. Выбираете любую сторону, какая вам больше всего понравится. Такая у вас будет лицевая. То есть идеальный узорчик для чего? Для палантина, да? То есть с любой стороны будет красота. Опять же, отличный узорчик. Такой дырявчатый, да, легкий, воздушный. Для летних вещей. То есть берете летние ниточки и пробуйте вяжите. Маечки, тунички. Почему бы и нет, да? Опять же, берите также и толстую пряжу, вяжите жакетики, вяжите, например, жилеточки, тоже можно попробовать. То есть из разных ниточек узор смотрится по-разному. Так что пробуйте. Если уже кто-либо что вязал данным узорчиком, рассказывайте нам, нам будет интересно, что у вас получилось. В моем случае из моих ниточек узорчик вот так вот тянется чуть-чуть и вот так тянется чуть побольше. Что, давайте замерим. Итак, я, получается, набирала 32 воздушные петельки. Допустим, моя пряжа, моя плотность вязания, да, мой крючок, потому что у всех все по-разному. У меня это получается 14 с половиной сантиметров. Так. И тут получается первый ряд наборный. А дальше у нас каждый рапорт да, два ряда. 2, 4, 6, 8, 10 и первый 11. Так. Смотрите, вот 13 сантиметров. Как вам? Здорово! Я думаю, что здорово! Несложно, узорчик растет быстро в копилочку ваших узорчиков. Вот такой вот, и немножечко нежно-ажурный, такой, да, легкий узорчик. Без всяких замудренностей справится и новичок так вам. Надеюсь, сегодняшнее видео вам понравилось. Не забывайте ставить лайки. Обязательно подписывайтесь на канал, кто еще этого не сделал. Впереди много новинок. Делитесь с друзьями, с подружками в соцсетях, сохраняйте себе в плейлисты. Смотрите также другие узорчики по плейлистам. Плейлисты находятся на главной странице канала. Ну что ж, всем ровных петелек. Встретимся в новых видео. Пока-пока.